Когда мы создавали свой мессенджер, первый в мире сервис видеозвонков с переводом, мы столкнулись с проблемой монетизации. Потому что существующие модели монетизации, такая как реклама, раздражают людей, подписки снижают конверсии. И, конечно, эта проблема была не только наша, а проблема всех разработчиков в мире, которые делают мессенджеры, социальные сети, дейтинг-сервисы. И так нам пришла идея создать сервис, который позволит отправлять настоящие подарки пользователям социальных сетей. Для пользователей это удобная функция выразить свои чувства и эмоции путем отправки настоящего подарка. Для разработчиков социальных сервисов это функция, которая позволит дополнительно зарабатывать и монетизировать свой сервис без рекламы, без каких-либо подписок. Для решения этой проблемы мы создали YouGiver. YouGiver – это новый способ коммуникации и монетизации для социальных сервисов во всем мире. Наша команда объединена идеей дать возможность людям общаться с помощью подарков. Мы строим глобальный бизнес на стыке электронной торговли и социальных коммуникаций. Наша интернациональная команда открыта для сотрудничества с талантами со всего мира. So it's just a lot less friction to be able to send these gifts, and for the businesses, a lot less friction to be able to actually get these orders in, so it's extremely beneficial for them. Awesome. С точки зрения маркетинга, YouGiver имеет совершенно другую воронку продаж и источник трафика. Если все e-commerce платформы имеют трафик от рекламы, YouGiver имеет трафик от партнеров, которые интегрируют нашу технологию. Viele Leute den Kopf geschüttelt, wenn man vor 10 Jahren gesagt hätte, ja, die Leute, die werden sich alles Mögliche online kaufen. Ich kenne in Amerika Haushalte, die kriegen am Tag dreimal irgendwelche Lieferungen von Amazon, weil sie sich sogar das Hundefutter oder das Spülmittel liefern lassen. YouGiver создал новую технологию, которая открывает ранее недоступные возможности для наших стратегических партнеров. Это торговые площадки, онлайн-магазины, мессенджеры, социальные сети. Мы открываем новые возможности в электронной коммерции. Zusammen mit YouGiver haben wir einen Partner gefunden, der uns hilft, damit wir den Kindern könnt eine Zuversicht bieten. Kommunikation durch Geschenke, die YouGiver kreiert, hat ein großes Geschäftspotenzial, die das Leben der Menschen wirklich verbessern können. When you simplify this kind of fundamental need of giving a gift that we have, it definitely you create the market that was untapped before. So it's and no one has done that yet. So I believe there is enormous opportunity for that. Skype, Facebook, WhatsApp, Tinder и другие подобные сервисы создали сервисы коммуникации и привнесли в жизнь людей новые возможности. YouGiver сервис, который тоже создает новый способ коммуникации с помощью настоящих подарков. Для людей это простой и удобный способ выразить свои чувства и эмоции с помощью настоящих подарков. Для наших бизнес-партнеров это новая возможность дополнительной монетизации своих сервисов. Наша команда уверена в том, что YouGiver сможет стать новым глобальным игроком и стать мировым лидером в своем сегменте коммуникации с помощью подарков.